Часто видите, как принцесса гонится по лесу за медведем? Не удивляйтесь, я вообще редко веду себя как принцесса. Я Мирида, дочь моего отца. Вот он, Фергюс, король-медведь из клана Дунброх. Он научил меня ездить верхом, рубиться на мечах и стрелять из лука. Но делами придворными ведает моя мать. Королева Элинора. Сама благовоспитанность. Хочет видеть дочь примерной принцессой. Она не понимает меня. Даже не пытается понять. Эх, ну почему? Почему она такая? Чудесное оружие! Thank you.
Только прыгать! Мне не угнаться за ней! Ух! Все это ведьмины происки! Сполохи! Они выведут обратно к ведьминой хижине. И я заставлю ее расколдовать маму. У мамы были на меня свои планы. Ее не волновало, чего хочу я. И я сбежала. И очутилась у ведьминой хижины. Существует ли она? Или только пригрезилась мне? Я велела ведьме дать мне волшебное зелье. Потребовала его, как будущая королева Дунброха. О, как же я была глупа!